О том, что переходить железнодорожные пути нужно только в специально оборудованных местах, знают все. Однако ранним утром горожане спешат на работу, срезая путь всего в нескольких метрах от пешеходного перехода вблизи станции «Отрадная». Многие пользуются небольшим проходом между заборами. Сотрудники РЖД совместно с правоохранительными органами пытаются людей вразумить. В первую очередь мы организовываем рейды совместные с линейным отделением полиции. На конец октября, на конец ноября было проведено 20 рейдов, охвачено порядка 3000 граждан. Также мы ежеквартально посещаем детские и муниципальные учреждения, показываем несовершеннолетним фильмы. Смертность и травматизм на железной дороге в этом году снизились на 50%. Но главной причиной несчастных случаев по-прежнему остается переход через пути в неразрешенных местах и несоблюдение правил безопасности. Опять же, результаты есть, положительная динамика есть, если отслеживать это все в абсолютных цифрах. Но жизнь показывает, что несанкционированные переходы есть, с ними надо бороться и вырабатывать решения по результатам сегодняшнего мероприятия. Также будет все составлен протокол, будут приняты решения о предупредительных мерах, о заградительных мерах. По поручению главы муниципалитета летом 2022 года в Отрадном планируется обустроить хорошо освещенный удобный проход к станции со стороны Можайского шоссе. Несанкционированный проход в течение 5 дней будет закрыт. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».